Так, ребятки, приветствую. Могу похвастаться. Значит, смотрите. Сейчас камеру поменяю. Это вот у меня рост 1,76 м. Высота сейчас мачты около 6 м. Так, вот сама антенна. Поднял я ее на 6 м, потому что была она на 3 м. Ну, так, чтобы прям кривой рог появился сразу, такого не произошло. Почетче стали сигналы идти на 92 МГц. Вот, с других направлений. Там я ролик небольшой покажу. Вот, но это как бы на перспективу, когда тропа по утрам получше будет в любом случае. Значит, как я сделал, в трубу загнал деревяху. Здесь фиксатор, вот такие распилы сделал, и когда поворачиваю я ее, фиксируется этот болт вот этих распилах. Значит, поворотку как я организовал, трубу засунул пластиковую, ее прикрутил оттяжки капроновые, и внизу, видите, фиксатор такой поставил. Вот, это все закрепил, и поэтому она крутится, и, соответственно, на 360 градусов крутится во все стороны и растянута довольно неплохо, потому что оттяжки используются вот такие вот капроновые, довольно толстые, как видим, поэтому, в принципе, ну, я надеюсь, ветер она выдержит, а там уже посмотрим, не знаю. Так, тест сейчас будет на Днепропетровске, километров 60 от нас. Сейчас антенна смотрит на Днепр на севере, на запад антенна смотрит, это уже на большой высоте. И сейчас я буду тестировать. Начало теста. Сейчас буду поворачивать на север. Программа «Политика и культура» на радио НВ. Меня зовут Сергей Нерекин. С политикой мы говорим про культуру. Про политику. Сегодня до нас долетала Зенина Соколова. Це, для тех, кто не знает, это телеведуча, акторка. Я тебе вітаю, ты уже не перший в цій студії. Я пропоную сьогодні відмітати усі події тижня. Для того, щоб зрозуміти, що відбувається, як це буде впливати на культуру. І взагалі, що у нас політика, і те, що поговоримо про це. Ще раз привітаю. Так, ось боком. Боком смотрить на восток, на восток. Сейчас поворачиваю на юг, на юг. Я тебе скажу, когда ты стал, Зеленский, когда ты не стал, Боже.